А там уже вот так и Да, а упал. победитель зарабатывает лишних 150 тысяч долларов. Всего-навсего. Такое. Это такое, да-да-да. У нас уже Да-да-да. команды за 450 тысяч долларов играли, в той же частности Ньюби, да, в один прекрасный день. Так что более-менее... Да, ну и сейчас действительно будет очень ответственный матч, тестная карта, наверное, да, матч Ну у нас кто? будет Давай, следующий. Ксяо или Ротк? Давай. Я думаю, что все-таки Ксяо Ксяо. может, вот он может, я верю в Но него, но мне Ксяо кажется, что может... победят Вичи Я все-таки. делал перед матчем свой выбор, я общался тут с местными нашими, в частности, аналитиками, с НСом, со Смайлом, с Соло, с Дредом, спрашивал у них совета и так далее. Ну и в итоге я долго думал, потому что шансы для меня были действительно равны, и решил, что все-таки Вичи Гейминг. Ну, посмотрим, получится ли или нет. Слушай, у нас тут Вичи Гейминг косплеит команду Ньюби, судя по пикам. Ну, похоже на это действительно. Оно и нам представляет, как всегда, команды и вокруг Эгиса заседают эти два коллектива. Как же это все атмосферно здесь. Пафосно, я бы сказал. Ну, вот первый вот час нашего эфира, если вы его пропустили в прямом эфире, не увидели, ничего страшного, вы его увидите в записи. Обязательно церемония открытия появится на Ютубе и так далее. Суть в том, что ту атмосферу, которую уже здесь создали ВАЛ, несмотря на то, что играет пока Вичи Гейминг и Ньюби, и вот я выходил только что между матчами из нашего сьюта, да, где мы комментируем, смотрел на первый этаж, вокруг Кей-арены полностью стоит очередь, вокруг, и она в секрет-шоп Она идет. В секрет-шоп, да, тут где-то... Чтобы вы понимали, это, ну, 1006 человек стоит в очереди в секрет-шоп сейчас, и когда эти люди ближе к следующему матчу, ближе к обеду подымутся сюда на матч ЕГЭ против ДК, я рад, что я эту игру комментировать не буду, я ее буду смотреть в зале, скажу честно. Не, я ее буду вроде бы комментировать. Нет, ты комментируешь третий. Я третий матч, отлично! Следующую игру у нас комментирует Godhunt и Lost, Версута и Lost, но, возможно, будет Версута и Godhunt. Мы еще не уверены, у нас тут Дима немножечко в проблемы вляпался в маленький. Да, есть такое. Он забыл одеться, пришел сюда в арену, скажем так, в неподобающем виде, так что Димон сейчас... Занят решением этого вопроса. Ну, думаю, он решит, и вы увидите ну что? The most handsome light of heaven ever скоро. Смотри, что у нас тут есть. У нас тут есть... У нас идут пушить Ньюби. Ньюби. Может быть, похоже на то. Но эти герои, они так же, как и пушеры хорошие, они так же хороши, как и сплит-пушеры. То есть можно набрать еще каких-то крысочаров, которые будут просто поддерживать эту тенденцию, либо наоборот в лоб-гейминг, которые типа Чиен, которого, скорее всего, сейчас забанят. Я бы очень сейчас банил, наверное, Чена. Он очень неприятный. Могут забрать. Тем более, что Ньюби на первой карте уже наказывали Ченом. Ну и... Ну, причем шикарный Чен-то был. Да, Чен был реально очень Даже крутой. Даже не успели ощутить. Вот он Хао. Вот он Хао. Last match performance, мы видите, на Луне 557 XPM. Несмотря на... Ну, скажем так, 10-5-9 он закончил, но все равно есть у меня претензии. Да и у всех есть претензии по поводу этого Hand of Midas. Да, Мидас. Я вообще был... не считаю, что этот герой, ну что там герой нужен Мидас. Не, он типа нужен, но когда ты уже не умираешь первым в драке, когда ты уже можешь зайти да. с кем-то поразмениваться, похитаться, когда ты понимаешь, что следующий артефакт у тебя и так не скоро появится. И, ну, мол, ладно, почему бы не Мидас, да? Ты вроде бы и так нормально боеспособен. А если у тебя ПТ Мидас, то извините меня, получите, распишитесь в табло пару кастов и отправляйтесь в таверну. Это стандарт, это всегда так было, все это должны понимать. Поэтому под Луну зачастую, когда вот Луна играет очень жадно, через Мидаса или Мом, например, под нее берут какого-нибудь там Дазла, который ее сейвит постоянно. Ну, что-то, что ее сейвит. Да, что-то, что ее спасает. Ну, а вот он Супер, который отыграл на Эмбере 6-7-21. Ну, скажем так, дефолтный Эмбер, ничего себе. О, да ладно, он вернулся в третья карта. Ну что, Вичи Гейминг по тропе альянсов решили пойти. Скайросмайк неплохой герой, просто с ним надо уметь играть. Да, опять-таки, нужен определенный. Надо провести план. Расследование, кто запустил Скайросмага, да? Слушай, у нас прям вот и Скайросмаг, и Брюмастер. Причем Скайросмага забрали первым. Я знаю. Что ты знаешь? У команд просто закончилась фантазия, все, что они придумали 3 дня, и они... А, что там пикали все? А вот. Скайросмаг. Достали листики с группового этапа, такие, так, что там, снайпер, я помню. Ну, вообще, пик у Ньюби мне нравится больше. Ну, опять же, они будут хорошо драться. Вот чем классный Скайросмаг? То, что ты идешь, убиваешь людей, все очень круто. Но
когда нападают на тебя, либо на твоего какого-нибудь товарища, ты вообще бесполезен. И вот он, герой, который в теории может и выживать, и кого-то сейвить. При этом он еще и под Скайрос Мага хорошо подходит. Зачем пикать Брюмастера после пикнутого Скайрос Мага? Потому что они все равно идут драться. Ты заходишь на Брюмастере на пофиге, и ну, он соберет БКБ себе первым артефактом. То есть... Ну, типа, да, но все равно это, по-моему... Да, слишком... это немного неправильно. Топорная менее... стратегия такая. Да. Иду в атаку, все равно пробьем, называется. Ну, нет, конечно, они могут пробить, а... Ну, вот я говорил, что мне нравится больше, но сейчас я вот же думаю... Зависит от четвертого пика. Давайте посмотрим, что будет вторым саппортом от команды Ньюби. НС в Твиттере болеет за Vici Gaming. Это Шейкер. Дважды был в бане, кстати. Все тот же дерущийся суппорт. Да, неплохо. Да. Причем, получается, что могут теперь нападать практически издалека. И те. Ну как, вот у Ньюби в плане издалека получше получается, потому что залетает у тебя Фиссура, тебе remaining. Подходит Шадо Шаман, пока ты в стане, и ты... С блинка Брюмастер залетает в Фурион вообще. Залетает в Фурион, да. Все очень классно выглядит, мне так кажется. Хотя я могу ошибаться, но вот последние баны. Это минус Морф, минус Алхимия, вообще причем моментальный минус Алхимия. Жесточайшие баны такие пошли. И пятый пик команды Vici Gaming. Ну, это у нас что? Это у нас какой-то мид, причем мид, который будет мешать отпушивать, судя по бану Алхимика. Вот в чем дело. Какой у нас мид мешает отпушивать? Пак, может быть. Пак будет драться, пак будет хорошо сюда входить. Все, я голосую за пака. Ну, я не знаю, это самый очевидный, мне кажется, выбор, который может быть, но... Ну, плюс дополнительный сайленс, это довольно важно. Ну да, очень много урона, сайленс против Брюмастера, против Шейкера. Ну, мне вот это вообще не нравится. Герой, он, конечно, классный, но, опять же, когда ты нападаешь, если начинают бить тебя, тебя щит, конечно, спасает до поры до времени, но как только он спадает, либо если тебя бьют сугубо руками, то ты очень тонкий. Эмбер — это один вообще из самых слабых по статам героев в доте. Он только за счет своего, ну, мы понимаем, гварда, да, за выживает. Чего он живет и за счет чего он убивает, в конце концов. Вот. Но вот теперь надо думать, что и как стоять линии. То есть будет ли это мид Брюмастера у Му, или это будет что-то другое. Вот сейчас мы и посмотрим, будет ли это, может, вообще оффлейн Брюмастер. Так, давайте-ка. Ну, еще полторы минуты целых, поэтому вариантов может быть уйма. Если это какой-то керри, я не знаю, может быть, это будет агрессия, может быть, это будет Сларк вообще, например. Но Сларк тут тоже будет выглядеть тонко. И есть все-таки всякие сайленсы. Но сайленс, по большому счету, он один. На всех его не хватит, этого Скайрос Мага. Либо Брюмастер, либо Сларк будут давать по лицу. Это Лайфстиллер, тоже очень классный керри, про которого тоже все забыли давным-давным-давно. Но этот керри, он чем хорош? Тем, что он очень рано становится мощным. Мне не нравится. Я в восторге, например. А мне не нравится. Ну вот, а чем его тут Сайла держать на месте? Вот смотри. Пай. Фенриер. Супер. Ну и, конечно же, вот сейчас здесь появится Тайдхантер от Эротики. Да, ну и вот Саншенг. С этим шейкером, с тотемным, с фиссуркой. Банана. Хао. И Xiaoweit от команды Ньюби. Решающая игра. Кто-то из этих команд станет топ-3 International уже на протяжении часа. Всего-навсего. Несколько. Возможно, 13 минут. Возможно, 83. Всякое бывает. Да, одна из команд будет в гранд-финале. В финале Виноров, извините, который состоится тоже сегодня вечером. Ну, а там и до гранд-финала рукой подать. Да. Всего одна игра. Комментирую для вас эту игру по-прежнему Вилат и Каспер. И мы... начинаем смотреть игру. Поехали. Команда Vici Gaming. Вот она, Луна у нас бегает. За ней сразу же Фенрир, FY и Супер. На Луне у нас, если кто не знает, играет, да, Сайлор. Фенрир, FY и Супер на Сенкингия, Скайрос Мейджи и Эмбер Спирити, соответственно. Ну и РОТК такой на Тедхантере побежал. Уже вардит с тапочком. Ну и успеет ли он? Да, успеет. Должен спокойно успевать.
Не, ну и тут в свою очередь Банана на Shadow Shaman, Хао рядышком на лайфстилере, Му Брюмастер с вот этой елдой, Саншенг на Эрсшейкере, один из его, наверное, сигнатурных героев, как говорит да, Иван. Да, очень неплохо у него всегда получается. И Ксяо 8 на Nature's Profit, тоже такой бородатый Nature's Profit. Ну смотри, тут драка идет. Драка... Это назвали Трентом, но у меня бы Трентом вообще язык не поворачивает, что это называть. Что это? Это что-то, скажем так. Нечто. Да, нечто. Ладно, по линиям в этой игре все абсолютно очевидно, очевиднее некуда. В миде будет у нас Супер против Му, в принципе, привычно Ротике и Ксиоэйд, соответственно, сложных. Фармить Бананы Саншайн саппортом легкой, помогать фармить будет Хао, ну и здесь фармить будет Сайлор, помогать будут Фенрир и Фай. The Battle Begins, 1-1, Ньюби против Вичи Гейминг, решающая карта. Напомним, это первая игра сегодняшнего дня. Первая из трех игр сегодняшнего дня. Ну и пока, я думаю, вы абсолютно не жалеете о том, что вы смотрите этот The International. Да, потому что у вас еще не слишком поздно. Да, поэтому вы еще не слишком жалеете. Сколько там времени-то сейчас в Москве? Не знаю, часов в 11 вечера, не? Может быть, попозже? Да-да-да, 11-11. Да, 11 вечера. То есть вполне смотрибельно еще, все нормально. Ну что же, Миди супер против Му и сразу намекает Му, что я буду тебя бить, я буду щиток твой избивать. Но и вот тут Саншенг вот такой вот наглый. Выбежал, намекнул, что у меня есть фиссура и не весело тебе будет. Кстати, друг. Му в плане размена по ХП должен быть в разы сильнее. Не знаю, почему он не хитается, не хочет, видимо, крипов как-то агрить. Но у него по-любому есть свой конкретный план. Тем не менее, у Супера один брони, у Му 4 брони. Разница в сокращении дэмэджа в 13%. Ну, это порядочное такое количество. И с левелом там у Супера все не слишком сильно-то вроде бы и растет. Да, а вот Му еще и с клепчиком, еще и с пассивочкой может очень сильно наваливать. Вот это вот, ох, его. Вот, ты видишь, что происходит. Он просто идет, ну, вот и все, да. И Супер надо что-то придумывать. Ну, есть у него, конечно, 6 тангусов. Можно довольно долго за счет этого держаться на линии. А, да, плюс там уже скоро уже что-то прибежит, наверное, с базы. А Саншенг, его позиция. Вот суть. Суть этой позиции называется «Я тот самый бесполезный шейкер, на которого Каспер постоянно жалуется». Да, может быть. Но вот имеется в виду, что как бы в миде Му и так неплохо стоит против Супер. Зачем здесь шейкер? Да, вот именно. Он тут нафиг не нужен. Он нужен вот единственное для чего — это делать многоспауны. Для кого он делает эти многоспауны, тоже для меня остается загадкой. Нету ярко выраженного героя, который способен сам фармить же эти многоспауны. Ничего страшного. Найкс как-то потом кто-то зафармит. Ну вот туда и дело, да, то есть ну что-то ж надо делать. Это типа польза, но такая сомнительного качества эта польза. Был бы там какой-то шедуфинт, окей, он пришел, там 3 кайла дал, зафармил 850 золота, пошел на мид, начинает битлиться. А тут на это все равно будет уходить какое-то время. Да, это... Ну ты смотри, у Супера 3-3, у Му 8-9. И уже в 3 раза выигрывает Му здесь линию. Тяжеловато стоит Суперу. Потратил он уже 3 танга. Вот видим, флеймгвардом, конечно, пытается выжигать Му, но не так это легко сделать. Ну и вот, по сути, можно сказать, что по чуть-чуть, понемножку, но все-таки Му эту линию выигрывает. Да, ну вот Му подходит просто наглую. Его крипы практически не пробивают, как мы видим. И Супер продолжает проседать. Хотя у него уже доботла там совсем чуть-чуть осталось. Ах, еще и критуля у Му прокнула, да, не ну... в тему. Вообще ничего не добил под вышкой, просто ничего. Да? Вообще ни одного крипа не забрал. Да, что-то грусть, ему печаль, не пошло здесь. Ну, в любом случае, у него по-прежнему 9-9, у Супера 4-4. И, ну, наверное, это, что происходит сейчас в миде, это самое интересное, потому что больше на карте ничего не происходит, кроме того, что Ксиоэйд ворует экспу у саппортов команды Вич. Ему бы не помешало подворовать, потому что у него только 69 опыта за первые 3 минуты игры с лишним. Ну, это как у Шейкера. У Шейкера 113 уже, кстати. Шейкер-то топовый. Смотри, уже 144. Ух, прям шейкеры. Так, Рутикей забежал в леса, пытается мешать здесь Банане жить. Ну, Рутикей есть второй левел. Банана тоже второй левел, пытался так побегать за этим Тайтхантером. Но это абсолютно бесполезное действие. Ну и все сводится вот к самой-самой, что не есть типичной игре в Доту 2. Ну, на самом-то деле, при таких раскладах, мне кажется, что у Вичи Гейминг все идет в разы лучше. Это вот примерно как прошлый матч, там, где у Ньюби все было лучше. Сейчас все лучше у Вичи Гейминг, если будет игра затягиваться.
Все-таки Луна, Тайдхантер, Эмбер — это те герои, которые в лейте достаточно мощные. Там у нас что? Там у нас есть Фурион, который сплитпушер, есть Лайфстиллер. Все остальные герои, они практически теряют актуальность, если только Шэдоу Шаман не будет там с Блинком, Даггером, еще чем-то. С Блинком, Даггером. С Блинком, еще там каким-то бонусным Хиксом, я не знаю, Форстафом, чтобы был супер офигенный. Не, но он будет, я думаю. Может быть. Ну что, Шейкера точно скорее всего, не будет. Да, да, наверное. Я думаю, может быть, скорее всего, наверное, да. Может быть. Может быть. Так, ну и вот он, Шейкер, пришел еще на топ мешаться. В общем, такой, ну, ни рыба, ни мясо этот ЕС. Не, ну то есть он есть, и я не знаю, хорошо это, плохо. Вот Фенрир сейчас нам получал тут от вышки. Шейкер, если бы дал фиссуру, может быть, а, ну нет, нет у него маны на фиссурину. Он как раз ее давал, когда подошел к вышке, когда ее начинал защищать. И вот смоук от Шейкера, боже мой! Что же это за агрессия-то такая? Нет, он, наверное, там... Мисклик? Нет, ну... Не, смоук, ну ты что, это, ну, это всегда надо будет. Просто дело в том, что сейчас, ну, для кого? В миде. В миде Фенрир и Фай. Полетел, полетел, конкассив шот. И проблемы огромные у Му. Это ферстблад. Да, Му погибает. А, ну и моментальная такая дислокация, да, начинают пробивать. Должен быть также фраг. Есть минус, отлично сыграл здесь. Сыграла вообще команда Ньюби, очень оперативно отреагировали. Да, хорошо, два человека прилетели, тут же разменяли, 1-1, Брайсерси покупает Хао, мейн керри зарабатывает фраг, ну, отметим, опять-таки, действие саппорта Вичи, которые в этой игре уже ясно, что действует, да не только в этой игре, наверное, в принципе, по целой серии, если сравнивать Фай и Фенрира, если сравнивать их, опять-таки, с Саншенгом, ну, и бананой, да, то, по-моему, все-таки получше намного смотрится. Да, покачественнее, покачественнее. И в том-то и дело, что вот сейчас, например, увидели то, что Шейкер пошел дефить на топ, сразу же выход в мидл. Знают, что ЕС будет там долго бежать, ну, либо же вот так вот кончиком фиссуры только сможет достать. Кстати, вот супер сейчас опасно в миде находится, Шейкер рядом. Ну вот Шейкер-то его не пробьет, в том-то и дело. Щит у него уже ивейдит там 350 дэмэджа, точнее не ивейдит, а абсорбит. И он даже вот клэп полностью съест и фиссуру полностью съел почти. Вот один спелл, который стоит 100 маны, съедает просто два заклинания команды противника. И это третий левел все на все. Да, спелла. Дальше будет 500. Да, и руну отконтролил супер за счет этого, не смогли помешать ему забрать. А в итоге уму банка полупустая, а в то же время как у... ну или полуполная, в зависимости от того, как вам больше нравится. Пессимист вы или оптимист, да? Да. Минутка психологии на интернешнл. Ну и супер, вместе с Сайлором сейчас по тавр добрать. Что вы здесь делаете, ребята? У вас нету крипов. Да, немного странный такой пуш получился. Да, что-то удивительное делаю сейчас, ребятка. Ребятки, ну а Хаос внизу фармит. Хаос нафармит скоро себе Drum of Endurance. Вся Уэйт будет пытаться как-то мешать. Но тут яркая попытка попушить вот этот вот тавр. Только какая-то она такая вот... Не знаю, как на дискотеке в 8 классе. Такая неуверенная, да? Да. Супер. Пытается мы сбить щит, есть телепорт. И есть стан от Шейкера. Сайлар, супер. Живет по-прежнему. Хекс супера. Супер улетает. Супер ставит еще один ребинант. Пытается дальше улететь. Вытягивает на себя команду Ньюби. Супер. Полетал, подамажил. По-прежнему жив, отпился и все. Этот Хао, это просто забей. А он... что он должен был делать? Погоди. У Шадоу Шамана не хватало рейнджи для того, чтобы подойти и просто дать сетку в этого, в Эмбера. Ну, блин, хорошо, если вы его что так не ловите, ну дай ты хоть в Эмбера open wound, пусть он сразу улетит. Типа, может, дальше что-то будет полезное. Или же Шадоу Шаман подойдет и, возможно, даст сетку, потому что был там какой-то хекс или даже его не было. Да, хекс. Эмбер был в хексе, он все равно уходил. Да, но все равно там как-то уползал, убегал, и сетки не было в результате. В общем, странно как-то Хао все сделал. Но тавр на топич хотят забрать. Видим, Нью нам дают просто статистику, разбирайтесь как хотите. Она пропадет через секунду. Слишком много. Потрясающая информация, она мне очень нравится. Да. Слишком много инфы. Ну, я только понял, что... Суть в том, что Шейкер 9-1. Да, вот Шейкер с хорошим винрейтом. Это, конечно, классно, но я не знаю, как вот конкретно с таким Шейкером нужно выигрывать. Возможно, не в Шейкере было дело. Хотя тут пока есть еще более или менее... нормально. Вот смотри, там крип просто гоняется за рот ЭК. Вот, чтобы ты понимал. Ну, он палит его, да. Окей, закрывает. И у него нечем проесть, делает он тэп-аут. Вот так вот. Раста была далековато, поэтому не смог цепануть банана. И в итоге РТК улетает. 1-1 по-прежнему. На топе вышечка упала. Так, что там у нас по деньгам? Вот смотри, у нас 9-я минута сейчас пошла. И мы видим, что по деньгам Ньюби, ну, как раз за счет, наверное, вышечки, за счет пары хороших мувов.
начинают. Ну, просто выходить за счет вышки, потому что по XP в нулю все, и нам вышка как раз эти 1500 денег стоит. Да, и, возможно, стоит продолжить зарабатывать вот такие вот 1000-1500, ну, отдать тут на людей. Вот такая потрясающая фиссура от Саншенга, например, Radiant только что была. Хао миди. Хао миди дерется супером, ну и супера так плотно он раздамажил. Ну, надо. У супера есть реген, поэтому он не особо-то парится, и... Ну, просто в этом-то и дело. Ты вот думаешь, что, блин, да он все равно уйдет, да он все равно там еще что-то сделает. Ну так, а ты ведь тоже толком ничего не делаешь в это время. Ну, пусть он там кнопки понажимает. Может быть, он ошибется. Может быть, он там что-то не так нажмет. Это как-то он время у него, потеряет. Да, у него ремнант заряд, типа, слетит. А у тебя что? У тебя кулдаун на open wounds там закончится достаточно быстро. То есть, ну, не знаю, вот такие вот моменты. Надо, но вот просто главное тут не нарваться. Вот так вот, чуть Хау не нарвался. Потому что не было бы у него, например, здесь... Рейджа, если бы он его где-то случайно заранее прожал, получил бы гаши и умер здесь, но... Ну вот рейдж всегда надо оставлять, понятное дело, потому что авось меня придут убивать. Но вот open wounds, ну что, вот, ну, тебя придут убивать, что кинешь open wounds и убежишь из четырех героев? Фай едва живой, Фая поймает, убьют, но тут уже подтягивается остальная команда, да, Фай погиб и поздновато. Не будет, наверное, драться команда, почему да, не да, будет? Да, да, потому да. Что... Потому что, да, потому что нет ульта у Тайтхантера, он всего лишь 4 уровня. Ну хотя супер может постараться, супер может постараться. У музыка ультимейт, какой таймик, есть телепорт и закрывает Сяо. Му вместе с супером тут же подкоп от Сенкинга. Му погибает. Саншен, конечно, отрезал более-менее нормально. А, ну и в итоге супера что? Супера убивают. А. Да, супера съели. И дальше нужно просто убегать. По-прежнему нету ульты у Тайтхантера. Саншен через секунду будет фиссура. И просто фиссура на разворотике. Да, фиссура отличная. И наделся Сенкинг. А уйдет. Сенкинг просто растворился. Что с он просто случилось? Растворился, он был и не стал. И вот сейчас здесь настолько круто сыграл Саншенг на шейкере. Он сначала вот здесь поставил шикарную фиссуру, отрезав, и вот потом вот вторую вот здесь, которая отрезала битых героев его команды от героев, которые способны убивать команды соперника. И вот так. 65% матчей Ньюби были сыграны против участников ТИ-4. Самый большой показатель среди участников. Ну вот, да, то, о чем мы говорили. Это и сказалось, то, что они да. Больше играли против топовых коллективов. Почему китайские команды у нас пятером в топ-8? Потому что они играют исключительно топовые турниры. Все. Слушай, так давай зайдем с другой стороны. Китайские коллективы участвуют на интернешнале в большом количестве и рубятся постоянно между собой. Ну, в принципе-то... Ну, да. Да, они же и играют с участниками интернешнала. Что их там почти все они уже участники интернешнала. Ну, это прям не хватает 20, фотки с Киану Ривзом. 25 знаешь? Раз, и ты умный, да? Да, я же говорю, фотки с Киану 25 матчей сыграли Вичи Гейминг на этом, например, интернешнале. То есть там с переигровках была игра с LGD, было Ньюби, 5 Ньюби. Матчей. Ой, Ньюби, да. 5 матчей в групповом, одна игра с LGD, и потом еще 4 игры в плей-оффе. То есть это 10 матчей, они уже с 10 из 25, они сыграли против китайских коллективов здесь. Так, у нас тут что это? А, это ремнант побежал. А у нас тавер упал, тем временем Ньюби отрывается по деньгам очень серьезно, уже 6500 денег, они ведут 1500 экспы, и должны они, наверное, продолжать, потому что блинкдаггер есть у Му, а Primal Split еще нету, будет очень скоро. У Ксяо скоро появится Некра, первый шейкер, хорошая позиция у шейкера, отличная позиция у шейкера, останется здесь, друг. Ну, кстати, он мог бы сейчас, я думаю, попробовать дать фиссуру и через стан попробовать очень банановый мизи за 1,5-2 секунды. Вообще все шикарно сейчас для Ньюби. И змейки будут вот через секунду. Все, есть змейки. Может, стоит банане просто их вот сюда вот воткнуть. Да, вот чуть ниже он их воткнул, просто для того, чтобы отрезать нападение команды Вичи Гейминг. Правда, Сайлора, ой, Сайлора подавили. Как хорошо, Сайлор утонул. Сайлор утонул перед смертью, не все залезло, конечно, Фенрир. Эх, слэм, ну и... Не очень хорошая драка. Очень даже, я бы сказал, нехорошая драка для Ньюби. Уже минус 3 и теперь минус 4. И остался у нас Хау. Едва он живой, ловит его. И это минус 5 в исполнении команды Vici Gaming. Что пошло не так? Пошло не так то, что, во-первых, вы деретесь под вышкой по-любому. Даже если вы кого-то убьете, он сделает бэбэк и прилетит через 2 секунды. Это нужно понимать. И, во-вторых, Тайтхантер. Просто... Да. Суппорт, Тайтхантер. Ну, а что, какая ему разница? Он суппорт, оффлейн, да, у него все равно есть кнопка, и он да, все равно... она, типа, сильнее не становится. Да, у него появляется раньше даггер или не появляется. В данной ситуации даггер вообще не нужен был, потому что на вас нападают. Все остальное, это был вопрос времени. Супер там хорошо попрыгал, хорошо побил людей. Блин, ну, все равно 6500 голды перед дракой проигрывали Vici Gaming, и драку выигрывают 5 в 1. 5-2, извините. Ну, да, Тавра не теряется. Второй попытки. Му так и не успел ультануть на Брюмастере.
Погоди, а что есть у Сайлора? Ты посмотри на потрясающий запак этой луны. Вот как тебе, например, феноменальный нетворс этого персонажа? Ну, хорошая луна, вообще полезная, все нормально. Вот, это луна из прошлой игры, мне кажется. И, кстати, смотри, сейчас тут шейкера видят. Не бей. Ой, хорошо, спалили банану. Так, банана гаш получает. Будет ли добивать? Банана. Нет. Где ты банана просто? Банана. Так, ну смотри, сейчас Ксяо 8 должен через некрачей, пеньков, наглую отправлять их на вышку. Трента у команды противника нет. Можно вышку харасить, можно суперуману выжигать, например. Да, он выжигает? Да, выжигает. Красава вообще, шарит. Да, хоть что-то надо делать. Вот ну так. И Ньюби сейчас будет просто без остановки продолжать вот это вот пуш, вот этот. Слушай, а супер вообще абузер. Он пьет ботл и начинает прыгать. Ну, это круто, сбить невозможно. Да, сбить невозможно, и он регенит. Короче, что за... Что за герой вообще? Вольво, вы знаете, что нужно делать? Вот вы нас слушаете все равно, да. Вот она цель. Так, Сайленс, Хао. Хао копает, пытается убить Хао очень быстро. Хао убили, мув все-таки ультанул на этот раз. Фенрир погибает тоже моментально. Саншенг. Ну и один в один, но не самый лучший размен. Да, вышка упала. Ну, потратили ультимейт Брюмастера и потеряли еще и байбек от Лайфстилера. А это говорит нам о чем? Правильно, о том, что на Рошана сейчас никто не пойдет. Точнее, если и пойдет, то это будет команда ВГ, но ВГ не могут пойти, потому что они тупо слабее, а Ньюби не пойдут, потому что они все потратили. Да. То есть Вичи Гейминг, они понимают, что если они зайдут на Рошана, это как смертный приговор, их там просто со всех сторон подожмут, еще там шейкеры всякие подойдут. Кстати, как там дело у шейкера с даггером? О, у шейкера все хорошо, с даггером у него уже 1100 золота. Да, к минуте 22-3 он свой даггер вынесет. Да, так ему как раз сейчас дают фармить, но вот возможно этот фарм и был как раз для шейкера, смотри, тут вот эти многоспауны стоят, Саншенг подходит, сейчас тотемировать будет, фиссурировать, а вот он. Ну, сам себе насобирал, сам себе и фармит. То есть, слушай, в принципе... это гениально. Нормально. Такой долгосрочный депозит шейкер делал. С первой минуты. Да. Ну а вот он Ксяо, и начинает заниматься директор тем, чем он должен заниматься на Фурионе. Пошел сплитпуш двух линий. Только один Т2 Тауэр остался у Вичи. Да, у них просто громаднейший запас по деньгам имеется. То есть стоит на карте в виде шести тауэров, но проигрывают, то они... уже 9000 голды. Да, ты понимаешь, что когда ты имеешь вот такой вот запас, запас тебе артефактов в инвентаре не добавляет. Да, перспективы, конечно, прикольные, но до перспектив можно не дожить банально. И вот шейкер, мне кажется, очень хочет сделать так, чтобы команда Vici Gaming не дожила до перспектив, потому что там 1500 золота. До даггера остается всего ничего. Он сейчас должен улетать куда-то наверх. Сэнпингу тоже осталось 600 голды всего до даггера. Ну, и здесь супер, и улетает супер. И застрял! Ой, да ладно, его поймают! Его нет, или нет, не стали идти дальше. Ванды, ну, да, все было на кулдауне. Опасно, надо было идти дальше. Как они хорошо его ловили, банана с блинка и Хао ловили вместе с сидящим лайфстилером внутри и почти убили. Если бы здесь убили супер, это был бы довольно важный момент. Так что, просто урона не хватило? Просто получается. Не хватило дэмэдж, да, и улетел. Ну да, там же лайфстилер тоже без айтемов, у него фейзы, барабаны. Ну, у него армлет, почти готов, чуть-чуть осталось до появления армлета. Ну, на 17-й минуте это, скажем так, не самый феноменальный результат. 2-2-2 у него. Тем не менее, он топовый вообще на карте. Это на да. Этой, но вот... 5 товаров. Тут не тяжело быть топовым, скажем так. Да, ну вот смотри, например, мы видим, что у нас топовый ГПМ на карте 436. Это немного, да. Это печаль вообще. Учитывая то, что еще кучу вышек забрали, еще какие-то тимфайты были, то есть игроки очень сильно недофармливают. Вот сейчас у нас нетворсы у двух фармил из команды Vici Gaming 3-3-3 только что было. Ну, не нетворсы, а ГПМ я имею в виду, конечно же. И это мало. Для мейн керри это действительно мало. Тайтхантер, кстати, Байро Тикей Миди появился, у него батлер, то есть не будет делать даггер, будет делать меку. Это поздновато, это будет немножечко мека, скажем так. Ну и барабаны у Эмберов из Даггер у Сенкинга, у Луны 1500 голды. ПТ тоже будет делать, наверное, барабаны, ну или я не знаю, может быть, что-то другое пойдет. Нужен какой-то буст Сайлору, например, как в прошлой игре, каких-то 5 фрагов внезапных. Всего лишь 5 фрагов. Да, не помешало бы. Ну а здесь надо давить, Ньюби надо давить, потому что есть у меня мнение, что в лейте они будут разваливаться как я не знаю что. Ну да, в лейте, мне кажется, у них шансов будет поменьше, хотя супер далеко до крутых айтемов, точно так но же, как все равно. Мне, но у Сайлора нужно пользоваться моментом, пока у Луны нет БКБ. Нужно просто прыгать, убивать. Не нужно обращать внимание на Тайтхантера, нужно фокусить Луну, нужно фокусить Эмбера, и все. Без Луны и Эмбера оставшиеся персонажи не слишком сильные. Саншенг только что не добил крипа, делал телепорт на базу, не долетел до базы и бежит теперь пешком.
То есть вот так вот Сэншинг. Ну, нормально. Зато есть Даггер. Так, а он, видимо, решил, что сейчас отправится на Рошана еще до того, как да-да-да, в смоке идут нападать. Ой-ой-ой-ой-ой. Как сейчас может быть интересно. И три и Даггера у него еще нет. У него нет Даггера, и тут слишком мало героев. Не туда поворачивай сейчас, Вичи Гейминг. Му, сидящий внутри Хао. И прыгает на Сайлера. Вот оно, правильное решение. Минус Сайлер в секунде. И погоня у нас также за Паем. Фая, не знаю, поймает ли. Так, вот он, Ксяо. Закрыли Фенрира. У того нет подкопа, у того есть только 10 стиков. И это очень быстрые, четкие минус 3. Я не знаю, какого черта тут вообще делал Skyros Mage. Ему надо было улетать как можно скорее, как можно дальше. И вообще забить на двух героев, которых уже и без того убили. Как ему Denied Tower? Красава, Му просто ТП и сразу же. А есть Denied, ну и что? И Рошанчика забирают сейчас очень уверенно Ньюби. Есть Даггер у ЕС, у Хао тоже все хорошо, у него армлет 1200 золота. У Ксяо 8 все налаживается, наконец-то. У команды Ньюби все теперь вновь действительно Супер стабильно. Будет пытаться воровать. Нет, не будет. Не будет. Нет, доворовался. Супер. И получает ультимейт в лицо, и получает кэп в лицо. И второй раз мы видим у нас за игру, какой... Фейл от Супера. Он сейчас... Просто фатальная ошибка от Эмбер Спирита. Ну, это такой фейл. Зачем? Вот просто зачем? Вот это единственный вопрос, который остается за... Зачем? Ты понимаешь, что ты не успеваешь никуда уйти. Ты понимаешь, что к этому Аегису ты тоже вряд ли успеешь. Тебя вот ждут там, просто ждут. Просто если есть ситуация, когда вот Аегис для соперника однозначно значит победа, если у него рапира, тогда, может быть, стоит рискнуть. Ну да, сейчас... Но здесь, ну куда? И, конечно, здесь Вичи Гейминг сейчас очень много потеряли. 4 фрага подряд сделали Ньюби. Они график сейчас шатнули, ну, еще выше, уже 12 тысяч. По XP 4 тысячи экспы были, 5 тысяч экспы были отыграны за минуту. Да, но вот сейчас появляется Сейндж у лайфстилера. Может, Алибарда, может быть, это будет Сашияша. Тут их черт разберешь, потому что и тот артефакт в разных обстоятельствах действительно полезен. Ну и Шейкер, где он там? А, он давал уже Эхослэм, да, в прошлом, ну, скажем, замесе. Он супер там ловил Эхослэмом. А, третий некрачи у Ксяо 8. Да, Ксяо 8. Да, третий некра сейчас будут. Вот, должны летать быть. Должны, где там курица. Да, нет. У него, не, у него просто... А, он некуда собрал, точно. У него был один баклер, я просто помню, у него неплохо, было много кстати. Денег. То есть вот сейчас будет мека, и сейчас можно, в принципе, пойти на Т2 на топе. Третий некра появится через 1000. Да, нужно идти на Т2 на топе, и Вичи Гейминг не будут драться на этом Т2. Ты посмотри, что есть у Супера. У Супера есть большое ничего. У него есть просто Бродсворд и барабаны. Очень Эмбер мало. Ужасен. Правда, есть 12 левел, хоть это более-менее должно его радовать, но ты смотри, его иллюзии просто по спине бьют Брюмастера, ему уже неприятно. Да. У Луны аналогичная ситуация. У Луны БКБ пока еще нету, и... Будет ли оно, когда пойдут пушить Т3 Тауэр ребята из Ньюби? Ну да, денег чуть-чуть не хватает буквально Сайлору, но если еще прямо сейчас пойдут давить Ньюби, у них есть неплохой шанс, скажем, закопать ВГ еще до того момента, когда они смогут давать хоть какой-то отпор. И вот подходят, да, у Бананы есть варды, у Хао тоже все есть, у Ксяо 8 тоже сейчас появится очень тяжело еще одни пеньки. Тут Сиринчейнс, и все. И игра вот прям как на первой карте. Да-да-да. Один в один. И делайте, что хотите. Вот пытались поубивать некрономиконов, да, убили некрономиконов. Хао врезается в супер, а супер улетает. Отсюда Хао потратил рейдж. Ну и глиф потратили, причем глиф был потрачен не слишком, вроде бы... В нужный момент. Да, качественно. Только варды били, и варды пока никто не бьет. Варды продолжают бить тавр, Ксяо бить тавр тоже продолжает. Так. Ну вот Хао немножко подрегенился. Просто забирает вышку, и Сайлора зацепили. Сайлор, очень важно, если его убьют. Сайлор пытается жить до конца, Сэн Кинг не может копнуть. Сайлор погибает и делает тут же байбек. Ульта, ой-ой-ой, могут убить, ульта. Му погибает, Хао тоже проблем у него огромный. Хао сейчас потеряет Аегис. Но там уже ничего нету, можно попробовать. Ну а второй, наверное, раз, варды закончились. Шейкер с Эхослэмом, Шейкер залетать будет или нет? Вот он Эхослэм, вот он тотемчик. И Луна не ультует. Хватит этого? Луна ультует, нет, этого не хватит. Хао, проблемы огромные у Хао, Ксяо Эйт едва живой. Хао летит за неплюшкой, и это... И это Брюмастер, и который Брюмастер залетает. Ультует. Да, у Брюмастера есть ульт. Заберет FY он точно, пытается подконтролить. Ну, может быть и нет. Сейчас еще пару выживает. А вот сейчас огромные проблемы могут быть уму. Огромнейшие проблемы сейчас будут уму. Вот он и поднимается. Сайлор уже контролит. Там уже летит, сейчас будет Ancient Seal. Ой, да ладно, там Глейв сбил Даггер с отскока. Это
беда. Минус 5. Минус Аегис. Смотрим, кто тратил байбек. Байбек от Брюмастера. Байбек от Брюмастера, байбек от Луны. Минус 7, да. Ну, да, типа того. Второй раз за игру мы наблюдаем, что слишком верят в себя Ньюби и получают по щам от Вичи Гейминг. Блин, и вот... Что пошло не так? Пошло не так то, что Брюмастеру не дали кастовать ульту. Да, шикарно его поймали. Ну, да. Он... Почему ты так далеко лезешь? Там добили уже Луну. Зачем ты лезешь туда? Размен Луны на Аегис — это уже круто. Дождись, пока появится Найтс после потери Аегиса, включит Трейч, на него накинется, прыгни туда, все. Потому что у Фая есть выбор. Или ты сайленсишь Найкса, чтобы он не дал рейдж, либо Брюмастера. Да, конечно, приоритет Брюмастера, но тут все тяжело. Тут пошла у нас дальше. Дальше война. Сайлор. Что делает Сайлор? Сайлор фидонит благополучно. Что делает Сайлор? Что сейчас его делает Фенрир? У него 70 секунд не будет. Просто... Что делает Вичи Гейминг? Здесь же третий Некра. Что они сделали? Это такой косяк. Очень серьезный косяк. Воспользуется ли эта ошибка сейчас Ньюби? И Фай тоже погибает здесь, скорее всего. Но Фай там нормально, кстати, отстрелялся. Да, взял 8. Чуть не погиб, бедный. Но закрыли его, пришел Хао. И Хао надо 2 удара. Раз, два, три. Это минус бараки точно. Сейчас рейнджовые должны добирать. Да, он даже отрегенит столько не успеет. Просто рука-лицо. Ой, пошел, стрипок. Смотри. Опа, еще... Добили. Там крипы уже сейчас подойдут. Крипы уже идут, и сейчас начнет падать этот милишный барак. Он пока, конечно, еще сопротивляется, но до крипочка совсем... Нет, сторона здесь упала точно. Вопрос в том, что сейчас делать Ньюби. Может, не стоило здесь тыкать варды? Может, можно было попытаться сразу мид забрать? Ну, возможно, возможно. Смотри, просто сквозь бэкдор. Много времени они потратили, как бы. Тем не менее, да, сторону забрали, хорошо. Отправляется на центр, должен принимать РТК, и РТК не улетает. И РТК, да, РТК. РТК тоже пофармил, и РТК не будет сейчас сколько? Ну, тоже, наверное, секунд 30. Но байбек у него есть. У него есть байбек, и вот зря вот эти все хаслэмы, зря это все тратится прямо сейчас. Потому что РТК — это просто мясо, чуть-чуть которое не выжил сейчас байдет здесь, на себя. Он еще хотел рэвэдж дать только что. Кстати, если бы он сейчас дал ревейдж... То кто его знает, чем бы это все повернулось? Там Фенрир с блинком и с эпицентром уже залетал. Да-да-да-да. Короче, действительно видно, что каковы бы вот китайские команды, насколько крутыми бы они ни были, они очень сильно нервничают. И ошибок просто громаднейшее количество. Ну, да, это понятно. Тем более нам-то тут с высоты птичьего полета видно все намного лучше. Мы можем, да, говорить о том, что кто-то ошибся, кто-то там туда передошел, кто-то не дошел. А у игроков с этим небольшие проблемы. У них вижу не так много на карте, как у нас. Это да, это да. А, но в любом случае нервы, естественно, сказываются. Потому что на кону сейчас там 150 тысяч долларов. Да, да, команда уже, ну, и так выиграли много. Я тебе скажу так, вот просто вот если бы они играли дома на ВПЦ или, я не знаю, где-либо это было, или это в группе было бы, они бы в жизни вот так после выигранной драки 7 в 1 не пошли бы втроем без Вижена на свою линию куда-то вот далеко. Ну да. Да никогда в жизни бы китайские команды так не сделали. Эти ребята не ошибаются обычно, но только когда они попадают вот в такую вот обстановку. При практически заполненной Кей-арене, 15-тысячной толпе, а и здесь, конечно, немножечко стремновать. Да, ну и вот смотри, есть Фурион у Ньюби, который неплохо сплит-пушит, есть снесенная сторона, есть также неплохие бойцы на данный момент. Нету. Единственное, чего не хватает сейчас Ньюби для того, чтобы пойти дальше, это БКБ на хомяке, на Брюмастере. И до БКБ не хватает 300 золота, которые вот он сейчас должен нафармить. С БКБ драка должна выиграться любая, просто да. В ноль. Именно, именно. Лайфстиллер с рейджом не контрится героями команды Вичи Гейминг. Вообще никак не контрится. Ты понимаешь, ты его даже раскайтить толком не сможешь. Ну, на самом деле есть, да, уворотливые герои. Это там Эмбер, Сент-Кинг, но он на них и не бросается. Он бросается, да, на Луну, да, которая еле бегает. Если Луны нет, мы уже видели, что происходит. Да, или на какого-нибудь Скайрос Мага. То есть это гарантированный минус во время действия Рейджа у Лайфстиллера. Он вопрос решает очень хорошо. Ньюби, пойдут ли прямо сейчас? Давайте, соберитесь. Потому что нельзя давать Луне вот так вот выфармливать. Хотя у него денег сейчас не слишком много, она еще там после байбеков. А тот байбек был, кстати, очень качественный. Ну, именно в плане минус экономики для Луны. Типа да. Ну вот оно БКБ. Вот оно БКБ у Му. И вот сейчас, наверное, Ньюби надо как-то вот собираться и идти нападать. Ну они сейчас соберутся и нападут, все верно. Здесь дезолятор собирает Хао на лайфстиле. Очень больно он бьет. Он и так больно бьет, а сейчас будет еще бить больнее.
17-15, счет в пользу Ньюби. Даггер у Ротикея. 15 тысяч голды у Ньюби, 0 экспы. Ну, да, у Вичи еще есть шансы перевернуть эту игру. Тут тяжело сказать, что... Ну, нет, неправильно будет сказать, что шансов нет. Потому что они есть. Конечно, шансы вообще всегда есть. В глубоком лейте Вичи будут лучше. Это факт. Ну, до глубокого лейта они не факт, не доживут. Что доживут. Да, да. Тут смотри, через минуту с копейками появляется Рошан. Через уже побежали Ньюби. Да, через эту же минуту с копейками появляется либо Дейдалус, либо Майлштром. Не знаю, что там Хаус себе захочет собрать. Скорее всего, дезолятор, да, это будет. Не знаю, мне почему так кажется. Вот, минута до Рошанчика. Сейчас Ньюби совершают вот такой вот агрессивный выход вперед. И будут пытаться поймать Супера. Они сейчас поймают Супера. Они поймают Супера. Ах, не туда пошел Супер. И банана. Нет, не в ту сторону. Не нашли. Ну, понимаешь, что их сейчас ищут. Вот только что Ксяоэйта... Нет, не было его видно в медиа, извините. Ну, вот приблизительно знает, где находится соперник. Сейчас Vici Gaming на топе. Луна пытается заработать себе, не знаю, хотя бы на байбек. Если он понадобится, хотя, да, он в принципе, есть уже. Ну и все, зажали. Сейчас Vici Gaming очень сильно. И единственный шанс, это как-то внезапно на кого-то напасть, убить одного-двоих героев. И выиграть еще время для Луны вместе с Эмбером. Да, вот если какими-то такими агровыпадами, периодическими гангами, то все это очень классно звучит. Но вот на кого тут выпадать? Тут 5 типов вместе бегают. Тут, если нападать, то это значит навязывать тимфайтов. Да, тимфайты ВГ чуть слабее пока. Прямо на обсерве в родах был заюзан сейчас смоук. И, понятное дело, Vici Gaming никого здесь не найдут. Что Ньюби попрятались и ждут. Готовы в лоб принимать врага. Так, ну и что? В лоб ребята они пойдут? Они еще не везучие. Сутривар здесь тыкнул на линии. Да, обсерве в родах. Не достали. Рошан! Но сейчас надо идти на Рошана. Сейчас есть Луна, сейчас есть Тайдхантер с блинком, сейчас есть Эмбер, есть Синкинг с блинком. Сейчас на Рошана идти надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А там Му с Лейстиллером. Классная позиция у Му. Да, и лично рядом нету. С ними Шадоу Шаман. Вот Ньюби будут нападать. Они будут сейчас нападать. Они, может быть, даже на Рошана не пойдут. Нет, заходят на Рошана. Хотят быстро его забрать через варды. Хекс пошел под дезолятором. Рошанчика быстро очень съедают. Идут. И может быть поздно. Уже поздно. Все, отлично. Минус. Точнее, Айгис забирает на Слайстиллер. Без боя Vici Gaming отдают Рошана. Ну, возможно, это правильное решение. А может быть, нет. Ну, вот драки рано или поздно придется. А поучаствовать в... Не всегда так. Да, если Т3 Тавр будет помогать, ну, наверное, не, хорошо. Ну, бывает у нас такое, что команды просто стоят, смотрят, как им сносят одну сторону, потом как им сносят другую сторону и пишут ГГ, например. Да, бывает. У нас знаем, такие игры были на интернешнле. Несколько команд хороших таких знаем. Так, ну и Ксяо8, если что, улетает на базу. Да, на базу БКБ у Ксяо8. Вот, БКБ у Фриона. Я же говорю, игра — это такой микс второй игры и первой. Намечается, потому да, что... Да, действительно, мы все это видели где-то. Да, у Vici Gaming сейчас очень офигенное преимущество, потому что у них спылы мощные, точно так же, как у Ньюби было на второй карте. А у Ньюби, так же, как у Vici Gaming на второй карте, сейчас есть куча БКБ, и им вообще плевать. И Фурион. Да, и Фурион еще. Да, не забываем, что ты играешь против Фуриона с минус одной линией, поэтому основной упор, я думаю, если и сделают Ньюби, то сделают на нижнюю линию. Вот меня немножко удивляет, что они ждали, но теперь я понимаю, что они, наверное, действительно ждали... Аганима у Шиду Шамана. Вот сейчас против этих вардов вообще будет тяжеловато драться. Как там у Му дела с Аганимом? Нет, ну пока далековато. Понятное дело, БКБ первым артефактом было сделано. Ну, по деньгам уже 17 тысяч, по XP 3,5. И негде брать ни денег, ни XP. Скажем так, кому-либо, кроме Луны и Эмбера. Да, и Earth Shaker уже почти 13 уровня. 2700 у Шейкера. Он тоже БКБ собирает. Все будут с БКБ. Круто. Ну вот ему, вот оно, БКБ у Шейкера. И Тайдхантер. Скайрос Маг. Привет, передаю. Бесполезный вместе с Энкингом. Как переживать это количество БКБ? Я знаешь, не знаю. Да, что Луна, у которой 175 атаки, она тоже не особо полезная, когда такое да. количество БКБ. Единственный герой, который продолжает там вносить хоть какой-то урон, это остается Эмбер, но его абилки некоторые, ну я имею в виду Сирен Чейнс, уже тоже, да, скажем, не работают. То есть дизейблить вообще не получится никого. И это проблема, потому что дизейблить надо. Тут очень мощный с руки грызущий лайстиллер, тут очень мощный разваливающийся на куски бетрайдер, говорю, брюмастер.
Да, ну и Шейкеру на самом деле БКБ не особо-то и нужно. Он обычно, когда залетает, но все равно погибает, да? Да, он либо умер, либо, ну, хорошо, не хочет умирать Саншенк, окей. Но тут решили, как бы, да, Шейкер, он еще какую-то пользу может нести все-таки. Ну, давайте смотреть, возможно, последняя драка этого матча. Сейчас нас ждет Vici Gaming на своем хайграунде, будет пытаться защищать вторую сторону. Хао пошел на ХГ, тут же выкопнули, если бы дали, вот так, Хао. Сайлора успел Рутика до всех БКБ все сделать. Ну да, без шансов. Сайлор уже погиб, Тайтхантер погиб. Погиб также и у нас Сэнд Кинг. И просто три фрага сделали, поставили варды, отошли. Да, подлечит немножко сейчас Хау, и я думаю, что продолжит здесь. Ой, банана! Вот. И тут же у нас Санжек, там хороший, кстати, ультимейт от Фая. Но Супер погибает. У Супера есть, конечно, байбек, тоже второй байбек. Фай тоже отправляется здесь. Таверну, скорее всего, Саншенк за ним тут до конца гнался, да, и добивает. Тебе просто бревно на 267. Потеряли Аегис. Это серьезно. Играл там Орлетом Лайстиллер, не вовремя он там играл, скажем. Да, падает вторая сторона. Ну и Супер, 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 а поймали. Как, смотри, ему больно этому Суперу. Еле живой ушел. Да. Ну нельзя, нельзя сейчас отпускать. Я думаю, стоит сейчас пойти и дальше додавить хотя бы вышку в миди снести. Тем более, что топ уже запушен. На топе мы видим уже Сэнд Кинг пытается дефать свои Т4 вышки, потому что они уже падают. В миди вышку тоже ломают, но Ньюби решили отступить. Решили, а что переживать? Им надо дождаться, пока вот кулдаунится у них БКБ, и просто пойти по миду и закончить игру. Они так и сделают. Они так и сделают. Ньюби, ребята, которые еще 6 дней назад боролись за попадание в топ-10. International, и чтобы не вылететь вот после первого группового этапа, сейчас в шаге от попадания в финал виноров. Вот это да. Да, вот так вот. Знаешь, вот эта картинка, которую любят на всяких твиттерах там спортивных, вот это Dead Escalated Quickly. Да, вот. Это, да, 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 да. Вот типа то, что-то типа того. Пошли в атаку Vici, они понимают, что это last chance, а как-то пробить в лоб, я не знаю, смогут ли они, я думаю, нет. Тут даже непонятно, на кого нападать. Там Фурион, он на базу уже нападает, если что. Фурион уже на топе, он ну, уже зашел. Ну, Т4 и так упадут, поэтому тут Vici будет пытаться навязать драку. Вот что, ну смотри, сейчас они пока на эти иллюзии будут тратить время, пока Т1 вышку снесут, пока еще что-то там снесут. Ему вот, ну, вместе с Хао, Сайлор, отличная БКБ, но только закончился. Файт тоже там же. Good game, well played. Браво, Ньюби. Вот они, Ньюби. Вот он, Ротека и его компания, Ньюби, которые отлетели. Ну, да, они падают лузера, а Ньюби уже, как минимум, улучшает свой прошлогодний результат. Я имею в виду, конечно, 4 бывших игроков Тонгфу. Вот она, радость. Но это больше не радость, это больше вот такой серьезный настрой. У них сегодня еще одна игра. Вот он, Ротека. Он зол. Он очень зол. Да, да, видим, что-то рейджит у нас Ротек. Не, ну и понятно почему, потому что Vici были явными фаворитами в этом матче и вроде как должны были побеждать, судя по там, всем опросникам, голосовалкам возможным, не знаю. Но вот мы видим, выходят Ньюби, Xiao8 пошел пожимать руки. Аплодисменты от Киарены, конечно же. Ну и мы увидим сегодня Ньюби еще раз, а команду Vici мы увидим завтра. Да, Ньюби что? Ньюби сейчас вообще отдыхают да когда? А, нет, они, до вечера. Сегодня, еще, да, они сегодня еще одну игру будут у нас, да, получается. Да. Ну что, ребят, мы сейчас с вами посмотрели довольно неплохой матч. Я думаю, вы прекрасно провели время. Да, это однозначно, потому что начало плей-офф выдалось шикарным. А мы свое место здесь уступим Версути и Light of Heaven, который будет для вас комментировать второй полуфинал сегодняшнего дня. Там будет играть ДК ЕГЭ. Ну а сейчас весь детальный анализ прошедшего матча, хайлайты, послематчевое интервью и так далее. Все в нашей студии аналитики. Да, да. Иван, вам слово.